Итак, всем гребаного времени суток, мы бедолажечки, мы с вами продолжаем рубрику «Тестим оружие Fallout 76», на связи девушка Николай, начнем. Сегодня я предлагаю вам посетить двухзарядный ракетомет «Адский шторм». Да, я сделал его двухзарядным, получилось у меня. У меня самой схемы нету, получил его совершенно случайно. После того, как горела земля прошла, матка разложилась, его разлетелась на запчасти, и он там валялся. В принципе, вот так вот. Я на него все модули купил, так что можем посмотреть. Так. Боевой заряд повышенной мощности. Угу. С напалмом. Чё там он при взрыве на 15 секунд создает красный жар, вызывая урон от огня у цели в радиусе 16 фут. Ага. Скорость передвижения цели будет снижена, криогенный. Боевой заряд чё он дает? Нихуя, да? С плазмой. Бля, я, наверное, думаю, с плазмой будет лучше. Хотя разница в уроне очень большая. Да, очень большая разница в... Предлагаю по патрончику. Сейчас мы возьмем, короче, этот. Опять задание. Так, ракетки возьмем сейчас. Ну, я думаю, хватит. Сколько они есть? 39 килограмм. А, по карточкам. По карточкам нужно будет гранатометчик на увеличение радиуса взрыва и эксперт-подрывник на увеличение урона взрывов. В принципе, остальные они не будут действовать. Карточки не на автоматической, а не карабинчики. Ну, это как бы понятно. Что ж. Заряжаем его. А, кстати, мы другие свойства уже не посмотрели. Так, двухзарядка. Дальше прицел разведчика. Ну, естественно, прицел. Бля, ебать, расход до 70. А почему, кстати, прицел разведчика у меня же не было? Чё? Ночной прицел. Давай стандартный прицел, к хуям. Боевой заряд. Так, это, да, внешность. У него 6 модулей. А, 5 модулей. Все, понял, Ясно. Ясно, понятно. Ок. Да, кстати. Ладно. Поздно уже. Итак, мы сейчас поставим нашу будочку. Самоубийство. Чем ближе, тем лучше. Опа. Сейчас по пульке выпустим, что будет лучше. Давай отсюда. Хе-хе, здорово. Так. Попади, пожалуйста. Я говорю, попади. А, он... Меткость, это не про него. О, 132, сколько снес? Мало снес. Нет, палатку нужно все-таки в другом месте ставить. Чуть-чуть подальше. Давай с напалмом попробуем. Так, не сюда. Он пока идет? Идет, да? Или не идет уже? Похер. О, давай с напалмом. Типа огненный урон там все дела, где он там? Вон он. Горит? Он не горит даже, прикинь. А вот я горю. Не, все-таки лучше повышенный боезаряд ставить. Я сейчас матка, что будет интересно? А, он вынесен, все. Не, ну лучше тогда уж на повышенный боезаряд, уж точно.
Я что-то очкую его, ребята, на матку идти. Ну ладно, ладно. Сейчас сходим на матку все равно. Блин, а чё он так быстро ломается? Короче, это говно, не ракомет у нас. Ракетомет. О, ежедневка. Говно ракетомет, отвечаю. Вот, вот, вообще жопа какая-то. Патроны делаются дорого, весит до хера, ломается он быстро, урона практически не наносит. Ну, наносит, но не так, как хотелось бы на самом деле. Сейчас будем там барам-бам-бам-бам. Ну, пешку с одного удара вынес. А того нет. Сейчас попробуем матки врага насовать. Вот она. Херач, херач, давай, давай. Компанийский чави действует еще. Давай, блядь. Нам пизда, пацаны. Расход патронов очень большой. Ну, издалека хорошо бомбить. Да! Прикинь, даже не сдохли. А? Как это обычно с нами происходит. Ну-ка, тут еще король болотников. Сейчас мы его тоже подвынесем. Лови, хава. Зверожок. Вообще похеру. А давайте сейчас с критом посмотрим, как летят ракетки. Опа! Ракета самонаведения. На, 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 на. Ой, еще и вертолет. Сейчас, короче, повеселимся от души. Мне еще 130 патронов, но не уверен, что она выдержит по прочности. Минус. Да, блин, сейчас, короче. Переключи на оружие-то. О. Смысле? Не понял. Ракеты самонаведения. Оп. Тут только сваться. Эти ракеты похожи, знаете, на какие с этого, которые события, красная большая такая ракетница. Вообще похеру, они куда-то сваливают. Ну их хуй с ними. В общем, вот такой вот тестик у нас получился. Если тебе понравился, подпишись на уведомление. Будет следующий еще. И еще. И еще до хера там оружие, короче, можно натестить. Поэтому подпишись на уведомление обязательно, чтобы не пропустить. А так, всем серденько и всем до скорого, ребят, пока.